Вас приветствует Академия сервировки Wheelmax. Меня зовут Елена. И сегодня мы с вами поговорим о расстановке бокалов в домашней сервировке стола. Итак, какие же бокалы нам понадобятся? Ну зачем же так заморачиваться? Мы же не в ресторане. Да, сервировка, согласно правилам, это, конечно, не необходимость. Скорее, настоящая роскошь, которая повышает качество жизни без особых затрат. Так зачем же нам от этого отказываться? Согласна. Продолжаем. Существует три формы для расстановки бокалов. Треугольник, линия и четырехугольник. При использовании любой из них мы начинаем сервировки бокала для вина, которое будет сопровождать главное блюдо. Ориентировочный бокал. Как правило, это бокал для красного вина. Над обеденным ножом на небольшом расстоянии мы ставим этот бокал по центральной оси обеденного ножа над его острием. И если есть эмблема, то мы направляем ее к гостю, то есть к острию ножа. А если я не пью красное вино? А если ты не любишь красное, то начинай с сервировки бокала для белого вина. И это будет тогда твой ориентировочный бокал. И далее мы направляемся по заданной форме. Если у нас только бокал для белого, нам понадобится еще бокал для воды. И его мы ставим сверху или снизу. Зависит от того, насколько много у нас места на столе. Самое главное, он располагается на одной линии с бокалом для вина под углом 45 градусов к краю стола. А если мои гости не знают, что они будут, красное или белое? Или я этого не знаю? Если ты сервируешь и красное, и белое, и не знаешь, что предпочитают твои гости, тогда сервируй оба вида бокалов. Красное, белое под углом в виде треугольника. И для воды, пожалуйста. Когда гости рассядутся, ты можешь убрать лишние бокалы со стола. Не так уж и сложно. Согласна. А еще и эстетично и завораживает взгляд твоих гостей.